Для многих животных цирковая жизнь не сказка. Они вынуждены выживать без должного ухода и кормления. Так бенгальскую тигрицу Аишу еще маленьким детенышем отлучили от мамы и продали в шапито. Даже страшно представить, что пришлось испытать бедному животному. Молодая тигрица в свои 9 месяцев весила всего 15 килограмм, при норме в 50 килограмм. Все ее тело было покрыто проплешинами, а кожа от сухости потрескалась до кровавых ран. Совершенно случайно цирковую артистку заприметила основательница Центра спасения экзотики Техаса Вики Кихей. Все силы девушка бросила на спасение животного, несмотря на то, что шансы были невелики. Аише назначили лечение и полноценную диету для набора веса. Тигрица оказалась настоящим бойцом. Она быстрыми темпами пошла на поправку, а ее любимым занятием стало принятие ванны. Уже спустя 8 месяцев полосатая красавица выглядела просто отлично и даже обзавелась другом по кличке Контрабандист. Работники Центра спасения надеются, что в скором времени у пары завяжутся отношения и появится потомство.